Алло. Алло. Привет. Это Билли. Билли. Как дела? Как жизнь? У меня для вас отличные новости. Я женюсь. Что? Ого. Зато и Фифи вдвое младше тебя. Ей, между прочим, почти 32. Моему геморрою почти 32. Давайте устроим мальчишник в Вегасе. Мне нельзя курить, пить, есть соленое и поздно ложиться. Отлично, договорились. Пап, ты ужасно выглядишь. Может, я посижу дома? Нет, и... даже не думай. Главное, расслабься. Что ты тут делаешь? Билли собрался жениться в Вегасе. Если ты думаешь, что я поеду в Вегас ради этого придурка, ты глупее своей шляпы. Добро пожаловать в Лас-Вегас! Расслабься, не сам придумал. Сколько раз я должен извиняться? Ты столько не проживешь. Эй, я ведь тебе говорил, что... Кончайте уже! Пойду выпью чертовой воды, выпьете чертовой таблетки. И начнем уже эту чертову вечеринку. Вы этому парню сегодня мальчишник! Знаешь, кто живет в этом отеле? 50. Пи 50? Нет, 50. Тут 50 человек? 50 Cent. 50. Кёртис Джексон, рэпер. А, да-да-да, из Джексон 5. Тут модели в каждом баре. Их хватит на всех вас. Который из вас Сэм Хайс? Вы, парни, лучшие, что есть у меня в жизни. Сегодня мы оторвемся, как в 59-м. Bring out the bottles! Я женюсь! Она твоя ровесница. Похоже, ты богат. Может, ты это мне? Пойдем. Парень, а может, ты слегка перебрал, а? Захочу узнать твое мнение, дам тебе знать. Никто не распускает язык, кроме нас. За мной должен. У нас здесь неразрешенный конфликт. Такого похмелья у меня лет 30 не было. Комната вращается.